Друзья, если говорить честно, не лукавя, нам, верующим людям, пока не очень-то надо было бы называть себя христианами, глядя на себя в зеркало. Хорошо, если в нем увидим отражение лицемерия, тщеславия, фальши и самомнения. Еще режет ухо, когда в молитве о России священник на литургии произносит слова «И дашь нам победу верным чадам твоим». Но подумайте, друзья, каждый, неужели мы такие верные все, что просим так у Господа по лицемерию? Вот в том-то и дело, что верными чадами нам надо только стать. Господь ждет нашего покаяния, долго терпит, а его нет и нет. И о какой победе тогда речь-то идет? Бой самим собой труднее всех боев и войн. Известный славянофил Иван Васильевич Кирьевский писал, что духовно-нравственная победа в одной душе человека может повлиять на изменение всего общества. Вот такой победы надо бы каждому из нас желать, чтобы Господь дал победу всеобщую над внешними врагами.